Я проснулся с улыбкой впервые за долгие дни, проведенные в новом доме. В этот раз счастье не отпускало, и, наслаждаясь им всем телом, я сладостно потянулся. За окном, радуясь яркому январскому солнцу, весело пели красногрудые красавцы снегири. Их чириканье дарило мне надежду, что однажды лысый лес за окном вновь обратится в райскую кущу, на радость родителям и сестренке. Детский топот ног и собачий лай наполнили коридор. Дверь в мою спальню широко распахнулась, обдав меня теплым ветерком и ароматом свежезаваренного кофе. На пороге стояла светящаяся часть Оля, а в ее руках непрерывно ерзал, виляя хвостом, умилительная жулька. «Тоша, гляди, гляди! Папа разрешил ей остаться!» На глазах сестры выступили слезы радости. От той потрясающей новости я даже подскочил с кровати. Да ведь это же Жулька! Сам ты Жулька! Ее зовут принцесса! Да, ваше высочество? Собака одобрительно тявкнула. Тук-тук, можно к вам? К моей полной неожиданности улыбающийся папа переступил порог. И что более удивительно... в обнимку с мамой. Как тебе пополнение? Мне эта дуреха под колеса бросилась, еле вырулил. Машину поцарапал, думал, голыми руками удавлю. А заглянул ей в глаза. Они такие, как бы сказать... умные. Во! А сама дрожит вся. Ну, говорю, ладно, доедешь со мной до дома и сиденье не обгадишь, тогда оставайся. Принцессы не гадят. Мы дружно засмеялись, точно как раньше, когда любая незначительная мелочь могла рассмешить в два счета. Чего замолчал? Давай, продолжай. Мама хитро посмотрела на папу. Тот, покраснев, отвел взгляд, словно дети, ей-богу. А еще из хороших новостей, ваш папа получил повышение. Грешно, конечно, радоваться, ведь старший бухгалтер пропал все-таки. Но, как говорится, нет худа без добра. Это значит, тебя чаще не будет дома? Это значит двойную надбавку плюс премии! Правильно, Карина. Так что готовьтесь, на следующей неделе нас всех ждет семейное путешествие. От этих слов мое сердце забилось сильнее. Куда? Оля даже выпустила дворняжку из крепких объятий. Неужели в Макдональдс? Скажешь тоже, Оль. Бери выше! Мы давно уже планировали эту поездку, да все не получалось. Вы уж простите нас, ребятки. Мама кулачком смахнула слезу. Да ладно тебе, Карин. Все в прошлом. В общем, собирайте чемоданы, летим в Диснейленд! От радости мы с сестрой запрыгали до потолка, к нам присоединилась разодоленная громкими речами собачонка. Ура! Ура! Диснейленд! Диснейленд! Наш восторженный визг целиком заполнил дом, пронесся по чердаку и водосточной трубе. Облетел двор и скрылся сверкающим березной лесу. А вместе с ним ушло и страшное слово на букву «Р». Я поклялся, что навсегда запомню этот день, когда с родителей наконец-то спали маски пренебрежения, а под ними оказались лица людей, которых мы всегда знали и любили. Лилия Павловна все еще не вернулась в школу из-за пропажи Кати. Поэтому сегодня я выспался и шел засветло только к третьему уроку. Проложенная тропинка вела к чернеющим домикам на фоне белоснежной равнины, где из дымоходов уже валил сизый дым, пахнущий березовыми и сосновыми поленьями. Крепкий ночной мороз окончательно спал, задремав под солнечными лучами, и на белых шапках крыш заиграли ледяные искры. Я остановился, уверенный, что сегодня никто... не в силах
испортить мое настроение. Ни мой персональный мучитель Петифанов, ни его гадкий прихвостень Бяша, ни сверкающий нож, пригрозивший вспороть мне брюхо, как дохлой рыбе. Все кануло в небытие. Откуда-то протяжно замычала корова. Я выпал из секундной неги и двинулся дальше, хвостя снежной периной под подошвами. Высоко над головой плыли косматые облака, в чьих очертаниях угадывались милые сердцу силуэты зверят. Внезапно мне на голову приземлился пушистый снежок, и девичий смех, напоминающий звон колокольчика на весеннем ветру, коснулся моих ушей. Я обернулся в ожидании увидеть ее, мою дорогую проводницу, сказочный мир грез, крича любимую и обожаемую Алису. Но вместо девочки-лисицы на протоптанной дорожке позади стояла Полина с неизменным скипичным футляром в руке. «Опять Петров ворон считаешь?» Она заразительно засмеялась и, подбежав, вдруг бросилась мне на шею. Я опешил, утонув в сладком аромате ее духов. Только вчера я был потрясен ее внезапной истерикой, и мне казалось, что лучше держаться от Полины подальше. От ее резких, как качели, перепадов настроения, от чудаковатого деда. Но стоило ей обнять меня, как я сразу позабыл весь кошмар и уже не хотел, чтобы скрипачка меня отпускала. «Что с тобой?» Она смущенно улыбнулась. Я видел блеск в ее васильковых глазах. «Дедушка мой, он снова может ходить, представляешь? В это даже сельский врач не верил, а он будто назло ему встал и пошел. О, это самый счастливый день в моей жизни, Антон!» Она зарылась лицом в мою грудь, сцепила руки на шее, словно я был для нее больше, чем просто друг. Я взволнованно начал озираться. «Полина, нас могут увидеть. Из-за Петифанова беспокоишься? Брось ты это дело, его и след простыл». Я недоверчиво отодвинул Полину, пытаясь понять, розыгрыш это или правда. «Ну ты чего, не веришь, что ли? К нам вчера, буквально ночью, старший лейтенант Тихонов приезжал. Так и так, Бяша потерялся, а вместе с ним и дружок его Ромка. Мимо нас прямиком в зимний лес прокатили лыжники. Полина склонилась ко мне поделиться шепотком, не упуская спортсменов из виду. «Как я поняла, во всех этих исчезновениях Тихонов подозревает Петифанова». «Да ладно». «Я сама в шоке. По слухам, у Ромки того. Совсем шарики за ролики заехали. Да я, в принципе, и не удивлена». «Что ты имеешь в виду?» «А ты не знал? Он из проблемной семьи. Даже думать не хочу, что творилось у них дома». Ромка всегда казался мне чрезмерно жестоким, без повода озлобленным на всех подряд. Теперь чернота, что была у него внутри, выплеснулась через край и загубила множество невинных детских душ, даже его собственную. В это было сложно поверить, но, глядя на Ромку, я чувствовал, что приблизительно так все и кончится. «Пойдем скорее, а то опоздаем!» Полина схватила мою ладонь и, весело смеясь, побежала по проселочной дороге. И с каждым шагом, с каждым смешком и шуткой позабытое тепло обволакивало мое сердце. Всеобъемлющая влюбленность вернулась ко мне, и казалось, что уже никогда меня не покинет. Перед входом в класс я попытался отпустить руку Полины, стесняясь, что одноклассники будут дразнить нас женихом и невестой. Но Полине было словно все равно, и она только сильнее сжала мою ладонь, отворяя дверь. И действительно, избавившись от коварной Катьки, бессердечного Ромки и ехидного Бяши, наш класс словно бы излечился от паразитов, стал дружелюбнее и отзывчивее. Никто больше не смотрел на меня залитыми злобой и глазами. Некому было харкнуть меня кусочком жеванной бумажки через пол и корпус шариковой ручки.
я сел за свою одинокую парту, когда рядом уселась Полина. Меня это нисколько не удивило. Она была такой очаровательной, что я мог бы назвать ее своей музой. Подхваченный волной вдохновения, я вытащил из рюкзака альбом для рисования. Облизнул грифель карандаша, не выпуская из поля зрения свою модель. Она вновь улыбнулась мне. Что ты задумал? Спокойствие, работает профессионал. Я наметил будущие контуры обворожительного силуэта. Знаешь, я часто наблюдал за тобой отсюда. Она бросила взгляд на свою бывшую парту. Смущенно убрала за ушко локон. Правда? Несколькими широкими линиями я обозначил миленькие скулы. Мне никогда еще не удавалось с такой точностью взять пропорции чего-либо лица. Полина. Что, Антон? Она замерла, боясь неверным движением помешать мне развеять волшебство. Наклонись, пожалуйста, сюда. Вот так, да, хорошо. Задыхаясь от волнения, Полина расслабила узелок шейного платка. Я всегда хотел тебя нарисовать. Наши глаза встретились. О, Антон. Карандаш носился на бумагу, яростно штрихуя тени на ее груди. Скажи, ты согласна стать героиней моего комикса? Сладкая дрожь пробежала по ее телу. Она томно закатила глаза от удовольствия. Да! Да! Как долго я ждала этих слов, милый! От напряжения грифель карандаша не выдержал и, щелкнув, разлетелся на мелкие осколки. Я не мог поверить, глядя на рисунок. Ужасная мазня смотрела на меня. Там, где секунду назад было лицо Полины, сейчас красовалось бесформенное месиво. Я не сразу понял, что сижу за партой в пустом классе. Пылинки летали в лунном свете. За окном была ночь, и куда-то подевались одноклассники. Полина, ощущение эйфории. На доске кто-то написал мелом считалочку, но стер часть слов и читалось лишь «раз-два, зайчик, мясо». Дурацкая ухмылка сползла с моих. Я встал, ущипнув себя за запястье. Тишина была оглушительной. Во рту стоял привкус блевоты, а в ушах звенело, как от нескончаемого вопля, полного отчаяния и ужаса. Эй, кто-нибудь! В коридоре роились тени. Я шел мимо заколоченных классов, мимо пятен гнили на стенах и серебристой паутины. Пауки быстро перемещались под потолком. Лампы тревожно мерцали. Ошеломленный, я встал напротив доски объявлений. Портретом Семена и Кати добавились сотни других фотографий. Черно-белые распечатки клеили одну поверх другой. Жуткий коллаж из детских лиц глядел провалами глаз. Не в силах выносить пытку этих внимательных дыр, я выбежал из школы. По двору, на дорогу, где шуршала Пороша. Ни людей,
ни машин, ни птиц. Низкие облака задевали дымоходы. Окна словно закрасили чернилами. Фотографии пропавших облепили столбы и заборы бумажной шкуры. Не только детей, но и взрослых. Кажется, все жители поселка стали черно-белыми призраками на снимке с пометкой «Разыскивается». Я брел в тишине по умершей улице. В некоторых домах были выбиты стекла. Ветер хозяйничал, рыская по комнатам. Входные двери качались от его порывов. На штакетинах висели детские курточки. Их рукава шевелились, тянулись ко мне. Пустой поселок. Пустая оболочка. Что здесь случилось? Переулок затарахтел, опрокидываясь в мусорный бак. Что-то промелькнуло в оконных проемах обугленного сельмага. Я побежал прочь от закопченного фасада. За колодцем утробно зарычало. Я ускорился, стараясь не замечать ему во дворах, в кровавых собачьих будках, покосившихся сараях. Луна показалась из-за облаков. В изнуряющей тишине что-то пронеслось над головой. Словно кукурузник перелетел с кровли на кровлю. Меня накрыла огромная тень. Я рванул направо в надежде, что меня не заметили. Небольшой зеленый дом впереди – мое убежище. Сходя с ума от страха, я рванул к ближайшей избе. Вот где я найду убежище. Глаза не сразу бросилось, что это был дом Полины. И сегодня днем она молила меня в истерике остаться. Я толкнул калитку, пригнувшись, засеменил к крыльцу. Дернул за ручку. Двери оказались не заперты. Инвалидное кресло выехало из темноты. Едва не задев меня, покатилось, стуча колесами по ступенькам, и застыло у яблони. Я проводил его округлившимися глазами и снова посмотрел в дом. Коридор терялся во мраке. Пустые рамы на стенах. Стекло на полу. Есть тут кто? Ответом было рычание. Из-за угла в конце коридора высунулась косматая лапа, а следом страшная морда с горящими глазами. Огромный разожравшийся зверь выполз на брюхе, извиваясь как гадюка. Он едва вмещался в коридорное жерло. Протискивался, скобля когтями половицы. Челюсти клацнули капканом сантиметр от моего лица. Чудовище застряло в проходе. Лапы били по стенам. Слюна брызгала из пасти. Я развернулся уносить ноги из кошмара. Горбатый филин, крупнее взрослого человека, приземлился у калитки, закрывая дорогу. Клюв щелкал неустанно. Сбоку спучился сугроб, и нечто похожее на гигантскую землеройку полезло наружу. Я упал на колени, словно молился этим древним созданием. Из темной норы выползла скалящаяся в улыбке тварь, драпированная грязным лисьим мехом. Ее хвост, лишь позвоночник в ошметках сухожилий, волочился сзади. Тела существ ужасно исказились, и я решил, что схожу с ума. Они то казались не маленькими размеров с ребенка, то вытягивались выше любой опустевшей избы. Я
Людоеды нависли надо мной, а в их чревах непрерывно что-то копошилось, как будто искало выход наружу. И чем дольше они взирали на меня, тем шире становились их перекошенные улыбки, их лики смерти. Как же славно мы пировали! Изуроводанное чучело лисы облизнулось. Язык показался мне черной скалопендрой длиннее моего предплечья. Мерзкое насекомое пробежало между бритвенно-острыми зубами и провалилось в бездонную пасть, способную проглотить весь мир. Сладкое мясо! Сочное мясо! Как пожирали, так и будем стрелять! В их речи не было ничего человеческого, лишь звериный рык да птичий свист. Но я понимал каждое слово, как если бы мы говорили на одном языке. Как жаль, что ты не поспел за нами, зайчик. Не смог укусить луну. Вы объедали меня, предатели! Ты сам не захотел есть свою семью. Но... Жалкое мясо! Никчемное мясо! Ах ты ничтожен, братец! Меня тебя тошнит! Позор! Позор! Неописуемый ужас объял меня, когда хохочущие звери потянули ко мне свои когтистые лапы. Как вдруг нечто, притворяющееся лисой, громко залаяло. Глупцы! Его черед нести угощение. Дымоед! Пусть исполнит предназначение! К завтрашней ночи ждем мясца! А иначе... 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 Иначе мы съедим всю твою семью! Монстры образовали вокруг меня кольцо и завертелись в хороводе. Я закричал. Мелькали глазища, клыки, когти, сливались в вереницу пятен и клякс. Морда лисы вылезла из мельтешащих пятен, которые превратились в туши зверей. Для медведя, для лисы, зайчик, кушать принеси! Вопль отчаяния, мой вопль, загудел по закоулкам вымершего поселка. Принесу! 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 Круг разомкнулся, и я бросился на утек. Будто несся в охотничьи силки. Моя голова трещала, не танцевали, врезаясь друг в друга, падая, поднимаясь, снова пускаясь в пляс уродливые образы. Смахивали крыльями, лезли мне в лицо клювами и слюнявыми пастями. Орали, прыгали так, что кровь вот-вот пойдет из ушей, а грохота и криков и ряд внутреннего давления раскалывающего череп. Шапка сбилась на глазах,
отчего казалось, что небо скособочилось, будто готовая рухнуть крыша. Снег, как побелка, сыпался сверху. Преследуемый стаей, я бежал по пустым улицам, по окоченевшему миру. Оглядывался и никого не видел за спиной. Зажмуривался и шарахался от их ритуальных плясок в моем пылающем сознании. Прижал ладони к ушам, чтобы заглушить шум, чтобы голова не развалилась. Рассвет я встретил в дебрях леса.